Расширительный бак. Расширительные баки устанавливаются в любой системе отопления, независимо однотрубная, двухтрубная, одноконтурная, двухконтурная. Расширительный бак должен быть в любой системе. Иногда они ставятся непосредственно прямо в котлах, обычно это газовые котлы. Вот. Но если вы поставите рядом с газовым котлом вот такой расширительный бак, то есть введете его в систему, как бы хуже вам не будет. Правильное расположение расширительного бака – это всасывающего входа в трубопровод у насоса. Итак, он располагается непосредственно там. Состоит он из следующих частей. Это две магистральные трубы и тройник. Тройник у нас имеет подключение 32, 25 на 32. Дальше идет отрезок небольшой трубы. Дальше соединение. Шаровый экран, который устанавливается на непосредственно расширительный бак, и пара углов под 45 градусов, которые как бы отводят расширительный бак от стены. То система должна быть не только выглядеть как бы правильно сделана быть, но и должна выглядеть красиво, поэтому применяются вот такие углы и соединения. Пайка происходит в следующем порядке. Вот мы видим, впаивается сначала в тройник труба 25, потом угол под 45, отрезок трубы, еще один угол под 45, труба, соединение, дальше шаровый кран вкручивается непосредственно в расширительный бак, и вся система соединяется при помощи льна. И внизу происходит окончательная пайка к магистральным трубопроводам. Вот таким образом у нас устанавливается расширительный бак. Для того, чтобы произвести монтаж расширительного бака на магистральную 26-ю трубу, нам понадобятся следующие узлы и детали. Тройник, прямой участок трубы, шаровый экран и соединение прессовочное. Итак, начнем монтаж. Шаровый экран верхний устанавливается и вкручивается в соединение при помощи льна. Верхняя часть и нижняя также опрессовывается. Дальше 20-я труба непосредственно входит в тройник, тоже опрессовывается и соединяется при помощи опрессовки с 26-й магистральной трубой. Отсекающий экран, который установлен в верхней части, вы можете не ставить. Он ставится только для одной цели – для быстрой замены расширительного бака в случае его протечки, аварии или еще какого-нибудь несчастного случая. Если систему ставите для кого-то, обязательно снимайте ручку, чтобы случайно кран, расширительный бак не закрыли с помощью этого крана. Если это ваша система в вашем доме, то вы будете знать, что этот кран служит только для замены расширительного бака, для быстрой замены расширительного бака. Для подключения расширительного бака нам потребуются следующие узлы и детали. Это тройник 22 18 на 22. Который мы впаиваем в магистральную трубу непосредственно. От него отходит 18-я труба. На этой трубе установлены два угла под 45 градусов, 18 под 45. Эти углы нужны для того, чтобы плавно перейти из одной плоскости в другую, то есть отвести расширительный бак непосредственно от стены. Дальше небольшой участок трубы, соединение, шаровый экран и сам расширительный бак. Давайте посмотрим, как все это нам соединить. Сначала мы 18-ю трубу непосредственно впаиваем в тройник. Дальше угол, угол под 45, участок прямой трубы, второй угол под 45, еще один участок, соединение, наконец шаровый экран подключаем к расширительному баку и все это вместе закрепляем на трубопроводе. И вот расширительный бак установлен на нужное нам место. Кран, который установлен непосредственно в расширительном баке, нам нужен для того, чтобы произвести моментальную его замену, если он выйдет из строя, только для этой цели. Если вы ставите у кого-то другого такой шаровый кран, то лучше снять ручку, чтобы случайно его кто-то не закрыл, чтобы расширительный бак всегда оставался в работе.